А спонсор нашего вечера, да, вчерашняя Жигулевская, не изменяем традиции. Всем привет, вы на канале Смекалистый, мы снимаем дрифт. Наша команда Бородатый Дрифт в лице двух человек из всех. Да, уже проснулась. Утро в китайской деревне называется, у меня больше всех, у Димона нет, у Владика вообще абсолютно нет. Да, сейчас мы покушаем, пойдем покупаемся и будем дальше снимать дрифт. Вот такие дела. У нас тем временем почти 12 часов, парни катаются, у них небольшая тренировка. А для тех, кто смотрит видос первый раз, мы находимся в Логойске, вот так выглядит техпарк. А у нас один из этапов чемпионата Беларуси по дрифту, всего 16 участников. Мы ехали на вот этой синей BMW, но, к сожалению, 17 место не прошли дальше. Но у нас есть еще один член команды, Серик, вот он, Серега Квадрат. Он едет на Nissan Sefira. Серик, как тебе тренировки сегодня? Нормально. Нормально. Так вот. Же, как и вчера. Да, ввиду того, что BMW наша не прошла, мы сегодня будем снимать Серика, еще одного участника нашей команды. Ну, а дальше остальных топ-4. Серик валит, нормально. Что бэх у вас? Запасная BMW. И такие будет дела. Вот так. Надо же обновить BMW в Логойске. В Логойске в бетоне были все. У нас тренировки уже почти закончились, и Коля Литвин въехал задним колесом в бетон. Коля довольный. Сейчас спросим, как это было. Рассказывай. Как ну что, я уже слишком ебаться начал. Вот, нащупал, да. Жопкой зацепил, да? Ну, я понимал, что я туда лечу. Далеко и все поскользнулось, может? Не поскользнулось. Это я с флипа такой, блядь. Вау-вау-вау. И потом... Там еще и подрамник погнуло, вот, видно. Сейчас посмотрим. Парней впереди 6 часов до заезда. Доезды в 8. Я иду на пляж покупаться. У меня самый бомжатский загар на районе, да? Видите, какой? Загар дорожник. Движение, все купаются. Как в Логойске. Бодряще. Бодряще. Свежо. Это клипинг. Скорее надо. И третий пошел. Классно, когда и пилот, и судьи, и все могут перед заездами покупаться и отдохнуть. У нас уже начинается выставка машин. Как минимум 80 необычных машин будет. Сейчас все покажем. Быстрый обзор тачки Иванули. GZ, большая турбо. Вижу сразу электроусилитель, как у нас, топили Зафиры. Вот так все простенько. В салоне наклейки Иванули, каркас, планшет, ручник, два ковша, ремни. Все классно. Как красиво. Саня, Владик. Такие наклейки мы сделали, показывай. Вот такие. Да. Вот такие наклейки мы сейчас раздаем. Подходишь, говоришь, братва, дайте наклейку, дадим по-любому. И такие же наклейки мы будем раздавать на параде на следующем этапе. Еще мы будем давать майки, если делают очень крутую фотографию. Можно две сразу, неважно. То есть это будет крутая фотография, не такая, как все этого. Подходите. Что, у нас до сих пор идет выставка. Сидим, курим кальяны, общаемся. Выставка до 6, после будет парад участников. Поедем, парни, за езды. Евгений Ружейников, сегодняшний судья. Потом смотри сюда. Серега, а как ты выебался? Да как-то на тоненького я, короче, там, ну, нормально закизволил бетон и дальше поехал. И, ну, реально классно было. А в каком месте? Я первый клип взял реально широко, то есть, ну, в бетон, и поехал дальше. То есть, ну, чуть коррекция была и поехал дальше. Но при подлете ко второму клипу я обычно газ отпускаю немного, и она инерция
вообще не было за два дня. Она просто споймала держак, выровнялась, а у меня ручник плохо работает, и все. Это был кизол от бетон. И потом получилось... А что по повреждениям? Ну, кроме очевидного крыло и бампера. Повреждения на самом деле такие, вроде лайтовые, вроде нет. Вискомуфты протерло радиатор, потому что все сместилось, и заплескало пайпы. То есть теоретически, если бы у меня все это было с собой, то можно было это сделать. Потому что подвеска все осталась целой. Да? Да, очень классно. Можно было просто снять крыло, снять капот, и даже можно капот не снимать, не поехали на самом деле. Так, в принципе. Вот закон, видишь? Заплескало. Какие дела? За кого болеть? Тяжело сказать. Все нормально едут. Да. Серика Интерлибер. Заслуженно. Команда Пискарев Сим. А что это такое? Охлаждает что? Генератор. Генератор. Зарядка. У команды висит сеточка. Все культурно. Все знают, кто с кем дальше едет. Да. Все честненько. Спят усталые игрушки, машинки спят. Тра-ля-ля-ля-ля. Покажем, как можем. Слуцк 8 сентября, кстати, мы все об этом объявим, новая площадка. Ее еще строят, мы надеемся, что все будет окей. Давай, давай, Вовка, Вова, Борода, Бородатый дрифт. А Сергей Станкевич убежал, да, с тобой выехал? Ушел. Палу прошел, но у него техсход уже, говорят, следовательно, Дима Самошкин в следующую стадию. Есть какие сильные соперники? Все сильные. Крутой эти инстаграм. Есть такое. Сильная трасса, как бы, в том плане, что она все дает. Вали все, и будет круто. То есть Могилев там вообще, там нужна машина, нужно прикатываться. Машина. А тут все, площадка, вали. Да, все заезды будут классно. Вот сразу видно, белорусский пилот. Пилот, две бульбашки. С кем едешь? Ну такой жестковатый, да? Все достаточно сильные. Да, да, да. Сильно расстроен, что перед самой гонкой на тренировке сломал машину. А что это происходит? С Самошкиным ехали парные. Я первым, второй. После перекладки он прилетел ко мне в колесо левое. Выгнул тягу, погнул в реке шток. Сейчас уже вроде как назад чуть выгнули шток, но все равно. Есть вопрос. Закусывает немножко руль. Нету такой легкости управления. Сейчас выровняли, не знаю, может что-то изменилось. Попробую. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ибо тут столько участников. Все такие серьезные. Гоночный талисман. Да? Кардан. 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 Запасной. Так и скажу, что запасной кардан. Что, погнали топ-16? Всех я, конечно, снимать не буду. Буду снимать внутреннюю часть парка, что происходит. И потом заезд топ-4. С кем поедет Лёшка Манчкевич? Я это не выговорю, извините. Милисавсавкаскасаскаса. Вайнос Миляускас. Молодец. Лёшка, ты поедешь с милым Вайнусом. Да. Я к нему подъеду к двери и скажу: милый. Кофе сделай, а? На постану, да, такой в дверь. Оп, оп, ну чё, где там мой кофе? Это Лёшка Манчкевич, если что, да. Вот так мы болеем, все стоят на колесах, на машинах. Вот наша команда Бородатый дрифт. Как он? Ништяк. Сегодня охеренно. Ништяк. Да? Мою историю точно столько не было людей. А, потрачено. Но ты мог бы попозже отдать. Что ты сразу? Хорошо, что леща не дал. Типа, проебал на документы, все, пи***й. Знакомьтесь, Андрей Дерюшков. Провожает пилота пи***й. Чё, Мак, объясни ситуацию. Владислав объехал Иванулю. А вы что? А мы объехали Литвина. Литвина. Коля, что случилось? Передача не вторая. Третья, не попал. Еще раз.
Попал в этот момент, мне уже надо ставиться. Я дергаю ручник, руль в руках у меня. Я не сообразил быстро, что надо отпустить. И все, я потом клоча, пускаю руль и понимаю, что он ровный. Я клоча дал на ровных колесах. О, есть кепочка? Ну а что? Ну понравилось качество, кепочка. Оп, оп. Я положу сейчас посыл. Происходит мясо. Наш пацан Алексей Манчикевич из КСК «Берлас» просит Екатерину на бочку. О, вот это подход, а не вот эти ваши поливачки маленькие. Вот вы посмотрите. Заезд только закончился, вот Лёшка и набойщика. Ещё даже никто в рацию не сказал, а он уже вот достал. Красава, Лёк. Так, какие эмоции. Слушайте, ситуация в техпарке такая и веселая, и напряженная. А с кем Гедеминас едет? С Саком. Красава. Мясо руб сразу. А потом, если что, повезет их с ногой опять. Гедеминас, какая стратегия? Не будем удивлять, как в Украине? Нет, пытаемся по-другому удивить. Более стабильно, да? Как умеем. Что я спрашивал у Гедеминаса, как будет он ехать? Заебет ли он машину? Ну вот. Сак приехал, Шабазерова. Да. Сергей Сак в этом заезде, к сожалению, проиграл. Владислав Шабазеров проходит дальше. Вручи до упора. Насос стоп. Лево. Право подогнуло. Поверни в другую сторону. В общем, у ребят сдалось на Саукура. После пи***ли с Саком. Команда выручила Владислава Шабадерова. Должили насос, чтобы он поехал. Так, что дальше происходит? Машина Левискоса стиль утиль. А Левискос едет на машине Дарьи. Ага. Он только взял машину. Уже кизывол. Знаете, что самое прикольное? Что за палка выдвигалка? Ну что, у нас топ 4. Я бегу ставить камеру на машине. I'm told by the voices in my head.
Эти два. Пока что. Левискас и Денис на тумбе. Какие у тебя эмоции? Сейчас как-то спокойно на душе, так в заездах последних. Было спокойно, да? Но в то же время было круто. Я уже не нервничал, как в первых сетках. Кайф получал максимальный. Было все так, знаешь, на адреналине. Чуть-чуть лажанул пару раз. Хотел клочнуть, но проебал педаль сцепления. А во втором заезде тоже там накосячил. Слушай, так все классно. На подиуме два раза. Я тебя поздравляю. Спасибо. Давай, увидимся. В Слуцке? Да. Или в Раубищах? Ну, или в Липке, если приедешь. Что, это был самый душевный этап лифта в Беларуси. Я думаю, вам понравится эти сочные проезды. А мы едем собираться и гоним домой. Они реально невезучие. В лучших традициях поездки на дрифт. Пел колесо? Пел грюно. Чуть-чуть разулось. Колесо без... Просто. Влазить, что там происходит? Тупица не подходит. Ты уверен? Но это не точно, походу. Да точно, с***. Да, блядь. Подпусти чуть-чуть, нахуй, этот домкрат. Ай, пи***у, не надо. Что влазит, как колесо? Кто пробил на этот раз? Хорошо, что я не ехал, да? Сказали, что я пробил. Реально, если бы он поехал. 100% сдал. Тебе уже было, тебя уже прогнали. Давайте. Приехали с Сериком, пока наши там пробили колесо. Я очень люблю Логойск. Было очень классно. Успели сделать все, что только можно. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на этот канал, отдрифте. Поставить колокольчик и написать комментарий к этому видео. Пока.